Всем привет! С вами Софья Белова, и сегодня я представляю смесь, одна из самых широко продаваемых смесей на всех рынках. Это смесь On Guard. On Guard в переводе как «на страже». На страже чего у нас находится On Guard? На страже нашего здоровья. Прекрасное средство для поднятия и укрепления иммунитета, для хорошего настроения, для выхода из осенней хандры, для помощи тем, кто заболел, и для помощи тем, кто не хочет заболеть. Это On Guard. On Guard — это самое чудесное масло и смесь, которую я вообще узнала, потому что он уникальный абсолютно. О нем ходят уже легенды, которые, может быть, вы узнаете потом тоже. Но как мы его применяем? Всеми возможными способами. Если заболел кто-нибудь, в разведении масла мы наносим на позвоночник и на стопы, если нет высокой температуры, потому что входящие в него горячие масла могут нам немного ее повысить. А входит сюда, например, горячее масло корицы, которое не дает вирусам никакого шанса. Что еще? Туда входит апельсин, и поэтому это масло лучше не наносить утром или не выходить с ним под солнечные лучи, чтобы не получить неприятные последствия на коже. Как можно еще использовать смесь On Guard? Например, для полоскания горла. Одна капелька на пол чайной ложки соды, развести теплой водой и полоскать горло. Прекрасное средство, которое поможет избавиться от любой заразы в горле. Его также можно использовать для полоскания полости рта. Например, это стоматиты, какие-то язвы или какие-то другие неприятные ощущения внутри. Можно добавлять его в шампуни. Ну, только смотрите, конечно, на состав шампуни. И это чудесное средство для роста волос и укрепления их, потому что, в частности, в On Guard входит розмарин, который прекрасно для этого работает. Поэтому и после того, как вы помыли голову, мало того, что у вас голова прекрасно пахнет, так еще и волосы укрепились. Мы можем его добавить в яблочный компот, например. Всего одна капелька превратит обычный компот в прекрасный напиток, который не уступит по аромату самому вкусному глинтвейну, ну а по его действию, конечно, превзойдет любой глинтвейн, потому что согреет, взбодрит и придаст столько сил и энергии за счет масел, которые входят в его состав. Что еще туда входит? Еще входит эвкалипт лучистый. Это сорт эвкалипта, который можно применять внутрь. Еще входит розмарин, корица горячая, апельсин и какое-то масло я еще забыла. Сейчас вспомню. Как мы его еще можем применить? Если вдруг ноги промокли, и вы пришли замерзшие с зимней прогулки, самое простое – развести одну капельку On Guard с базовым маслом и, например, натереть ноги. Ощущение будет, как будто вы одели теплые валенки. И, конечно же, зараза к вам не пристанет. Если в комнате кто-то в семье кто-то болеет, то мы в комнату ставим диффузор с капельками On Guard, и зараза перестанет распространяться по всей семье, как бы шаг за шагом. Вот, а тот, кто болеет, конечно же, быстрее поправится. Как мы еще можем использовать On Guard? Как просто ароматная вещь для того, чтобы очистить помещение от негативного воздействия и оздоровить вообще весь воздух в квартире. Например, капелька On Guard на маленький кусочек салфеточки, который я вставляю в фильтр своего пылесоса. Работе пылесоса это не мешает, но я получаю мгновенную ароматизацию всего помещения. Кстати, у On Guard doTERRA есть очень большая линейка средств по уходу за домом, вот, которые включает в себя это масло. Это стиральные порошки, это мыло, это зубная паста, ополаскиватели для рта. И все эти продукты, они содержат в себе On Guard. И, конечно же, очень приятно, ароматно, и действие оно прекрасно и очень милое. Поэтому я вам советую, если у вас есть дом, On Guard вам нужен, потому что на страже вашего дома будет маленький ароматный помощник.